А что у вас случилось, ребят? А где у вас ДТП? Покажите. Где повреждение? А что повредили-то? У меня вот бампер, у него бампер. Где бампер? Где бампер? Вот это все смывается, вот это просто, блядь. А у вас-то где повреждения? Слушай вы. Где у вас повреждения? Ну где, покажи, где повреждения. Номера, все, покажи. Повреждение, покажи повреждения, где? Где? Вот царапина. Блин, ну это же полироли все закрашивается. И что, вы не можете расписаться? Вы построили весь город, блядь, от заводского района. Весь город от заводского района вы построили из-за того, что... Я свою вину, не хочешь со мной общаться. Что? Вы не признаете свою вину? Как? Ну если вы поцарапали ему бампер, как был? То есть вот из-за вас тысячи, блядь, человек тысячи не попадает к своим, блядь, к женам, к детям домой. Весь город перекрыт из-за этого. Ну и что, нельзя договориться? Вот это все, это полироль. Все, у вас вот он, у вас ничего нету. Ну, а в чем у вас? Ну, заполните листочек. Листочек просто заполните и все. Ну, согласитесь, тысячу человек стоят вот из-за этого металлолома просто вашего. Там, блядь, охуеть от Чернышевска. Ну, девушка, почему нельзя сделать? Почему так нельзя сделать? Да, я уже выяснил, мы, почему нельзя заполнить. Вы куда уходите? Но вы будете заполнять, вы не правы. Я не буду заполнять, я буду ждать ГАИ. Кого вы будете ждать? ГАИ. Девушка, вот это видео с вашим и номерами, это будет каждый в городе вашу машину будет ходить и плевать из-за этого. Из-за того, что вы построили. Смотрите, если не разъедете в течение двух минут. Я что? Говорю, что я готова была оформить. А в чем ничего? Ну и признать свою не вину. Я не буду признаться. Почему? Ну если вы не правы. Почему я не права? Я ехала с вами рядом. А он что, перестраивался? Он перестраивался. Он передо мной. Перестраивался? Да. Ну, мужчина, ну вы же перестраивались. Ну что вы говорите? Я ехала с вами рядом. Вы перестроились. Вы чиркнули меня, вы стопнули, и вы передо мной встали и вот так остановились. Мужчина, ну вы... Ну вот, видите? Нет, серьезно. Не подрезал ее ничего? Я ему предлагала заполнить. Просто в спину врезал? Я ехал в своем ряду. А, человек перестраивался. Нет, даже... У меня даже колеса, я вот как ехала ворот, прямо. Без всего. Я вот как ехала прямо. Я так и ехала. С какого ряда ехала? Он чиркнул, он передо мной выскочил, чиркнул, я не успела притормозить. Он меня чиркнул. Я поэтому не признаю своей вины. Я ехала своим рядом.